С 27 ноября объявляется специальный заезд в подмосковный пансионат «Бор». В этот день там стартует конференция «Эльба», посвященная инвестициям в стартапы, новые интернет-проекты. Из Москвы нужно ехать на юг. Ориентир — живописные окрестности с рыболовецкими угодьями. Не отвлекайтесь и внимательно следите за дорогой. Ваша главная цель — пансионат «Бор». Это чуть впереди. Некоторые технические подробности от председателя оргкомитета премии Александра Плющева. Добраться сюда очень просто. Это 41-й километр по Варшавскому шоссе или 45-й по Симферопольскому. От МКАД будет примерно 20-21 километр. Здесь будет происходить конференция «Эльба» с 27 по 29 ноября. В течение этих трех дней эксперты, инвесторы и стартаперы будут встречаться друг с другом, тереть что-то, обсуждать и, возможно, даже договариваться. Но 28 числа вечером, это будет суббота, здесь будет происходить церемония вручения премии Плющева. Лучшие стартапы этого года. Приходите. Автомобиль можно оставить на обширной стоянке, дальше немного пешком до главного корпуса. Не стесняйтесь, проходите в фойе, где вам придется зарегистрироваться. Пансионат большой, в нем нетрудно заблудиться, и хотя на Эльбе даже это будет приятно, лучше уточнить расположение всех объектов заранее. Главные события будут происходить в огромном конференц-зале. Размером его ужаснулся даже видавший виды председатель жюри премии Плющева Александр Плющев. Мы осматриваем этот прекрасный зал, в котором будет происходить церемония вручения премии Плющева и вообще, наверное, какие-то пленарные заседания. Честно говоря, несколько пугает. Несколько тысяч мест, которые предстоит заполнить восторженным народом. Вот то место, в котором в эту субботу будут названы лучшие стартапы Рунета. Та сцена, на которую их представители поднимутся за своей, возможно, первой наградой. Но лучше приехать в пятницу, говорит один из разработчиков программы конференции Александр Плющев. Мы только что решили, что в пятницу будет пивная вечеринка. Пивная вечеринка, приветственный фуршет в пятницу вечером будут проходить в кафе с романтическим названием «Ночной причал», который понравился любителю пива Александру Плющеву. В «Ночном причале» гулять можно до утра. У вас будут все условия для плодотворной работы, обсуждений, встреч, новых знакомств и приятного общения с коллегами и друзьями. Тихий загородный пансионат, удобные места для работы, прогулки на природе, приятная компания. Что еще нужно, чтобы встретиться на Эльбе? 27, 28 и 29 ноября 2009 года приезжайте в любой день. Но лучше в пятницу.